Кто-то у нас живет все не так. Это, ну, я голосом Шаляпина тебя буду. Вот было наше время золотое, и вот оно уже исчезло вновь. А я, увы, не унываю. Я чай себе, я просто запарю. Вот сейчас запарим чай, и будет чай хороший. Вот сыпанем. Где этот чай? Куда я его дел-то на? Вот у меня вот такая память, да? Я вообще куда-то все деваю, на. Ну, Лёшка, вот тащил же только что чай, показывал. Вот куда она делась? Как сквозь землю провалилась она. Ну, ужас, наверное. Потому что у меня мысли и там надо, и там, и картошку почистить, и это, еще у меня мысль всегда думает, вперед, вперед, еще надо то успеть, это успеть, потом это успеть. Вот нашел чай наш. А он такой темный, у меня тут, черт поймешь, что творится, на. Вот, так берешь, завариваешь тебя, вот, сейчас, ешка, надо. О, почистить надо, на. А, подумаешь, там чуть-чуть. О, и сразу надо чай на место уложить, да? Потому что я про него хрен когда найду. Так, ага. О, мои продукты. Ого. Так, я как король живу, на, в этом мире, на. Вообще-то, на. Здесь все мое. И здесь мои друзья. Две собаки и крысы. Все было вот, го унесла, но не грущу, я той беде иной. Вот сейчас заварю чай, и чай с печеньем мы попьем. Так, Я запарился. Так, здесь мы что? Ой, надо еще вот сюда добавить немножечко водички. Так, потому что на еще надо супец варить. Так, вот это вот чуть-чуть сюда положить. Вот как тот хохол. В природе мне как места вообще не хватает. Очень тесно на природе мне очень тесно. О, ёшкин, наверное.